На общественном телеканале ТБН Россия началась подготовка к пасхальному марафону. Праздничные прямые эфиры пройдут с 8 по 12 апреля из Израиля, Америки и России. 8 апреля телезрители ожидают пасхальный прямой эфир из студии в Иерусалиме. Откроет марафон президент общественного телеканала ТБН Россия Игорь Никитин и руководитель ТБН Израиль Орен Левари. В последующие дни марафона зрители поздравят со светлым праздником Воскресения Господня пасторы церкви Слова Веры Петр и Галина Беднюк из студии ТБН Филадельфия.